Мы находимся на улице Новослободской, около сгоревшего дома номер 11. Там Кремль, там Кремлевский вал, там улица Почтовая. Как говорят археологи, культурно-исторический центр нашего города. Ну что ж, начнем нашу экскурсию. Это здание стоит в таком виде уже не один десяток лет, по словам местных жителей. На его территории мусор, ужасный запах. Сейчас это загородили как бы забором, получается. А когда забора не было, там куча мусора. Там вот вечером идешь, оттуда бегут крысы вот так вот через дорогу. Это на самом деле, просто мы уже много лет здесь живем. И каждый раз это все наблюдается. Всегда в сгоревших домах живут бомжи, крысы, там какие-то, в общем, там такая вонища. Табличка на заборе гласит: здание восстанавливается. По факту никакого прогресса. Местные жители только посмеиваются над вывеской, а приезжие, глядя на дом с удивлением, верят, что он будет восстановлен. Но если это центр города, ну, надеюсь, что его восстановят все-таки. Здание старинное, красивое, судя по остаткам. Дальше по этой улице стоят деревянные бараки. На них тоже висят таблички. Это гласит о том, что дом будет расселен до 1 января 2016 года. Но в здании до сих пор живут люди, во дворе играют дети, территория чистая. Дальше по линии бараков стоит сгоревший дом. Напротив Рязанского водоканала, рядом с площадью Соборной. Он не огорожен, рядом с ним паркуются машины, ходят люди. Пройдя дальше, спускаемся к цирку. Территория, перед которым и вовсе перевернута, сейчас там невозможно ходить. А рядом с цирком красивая аллея хороших таунхаусов. Это место между Кремлевским валом и улицей Ленина, но совсем рядом полная разруха. И если туристы, приехавшие в Рязань, захотят пройтись по центру нашего старинного города, то они действительно попадут в настоящее средневековье. С одной стороны, тут стоят элитные дома, с другой – развалины. Все бы ничего, но это центр города. В 50 метрах от улицы Свободы и недалеко от улицы Ленина. Это место находится рядом с педуниверситетом. Два этих дома горели уже много раз. В третьем каким-то образом до сих пор живут люди. Рядом у забора часто выпивают разные компании, сидя на этих лестницах. Вообще, мне кажется, это очень странным и удивительным, вот, что такая разруха, можно сказать, в самом центре города у нас находится. Что они разрушены и некрасивые, и привлекательные. А у нас все время каждый год были пожарища. Вот каждый раз все ночами горело, и все это стоит, и все время прохожу, и у меня тоже такой вопрос. Такие места вроде бы, да? Вот. Центр. Неужели это никому не нужно? Потому что там тоже очень много сгоревших домов. И ничего не убирается. Ничего не убирается и вокруг домов. Заглянем во двор. Это место обитаемо. Вот такие вот в здании стоят кровати, есть окна, утепленные матрасами, стаканчик какого-то напитка. Перед домом есть импровизированный душ с тянущимся к нему шлангом, туалет с ковром вместо стены и огромное количество мусора. А вот этот живописный уголок рядом с разрушенным домом оказался сараем, наполненным мусором. Раньше и в этом сарае жили бомжи, теперь он зарос растениями. Разумеется, только снаружи. Возможно, и все эти дома порастут мхом, деревьями. На крышах уже появляется трава и кусты. Все идет к тому, что эта территория скоро превратится в очередной культурно-исторический слой быта людей 21 века. И когда она скроется под землей, возможно, тогда на этих местах появятся новые дома или скверы.